1 июня отмечается Международный день защиты детей. Его празднуют более чем в 60 странах мира. В нашем муниципальном образовании проживает почти 27,5 тысяч юных славянцев. Для них во всех поселениях района были подготовлены праздничные мероприятия. О том, как лето началось в Славянске на Кубани, смотрите в первом материале выпуска. 5, 6, 7, 8. Вот с такой спортивной разминки начался первый день лета на главной площади города. Более сотни мальчишек и девчонок прыгали, бегали, приседали. Все для того, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения на весь день. С праздником ребят поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил, что школьные летние каникулы – это время удивительных открытий, отдыха и развлечений. В нашем городе сделано все, чтобы каждый ребенок летом нашел себе занятие по душе. Дорогие ребята, я уверен, что ваши каникулы пройдут ярко, красочно. Для этого взрослые постарались. Вам будут предоставлены работы станций, кинотеатров. Будет возможность поехать в походы, съездить на море. Поэтому я уверен, все у вас пройдет замечательно. Я вас поздравляю с Днем защиты детей, с началом ваших каникул. И уверен, что у вас все получится. С праздником, дорогие друзья! Для детей был организован концерт, анимационное шоу-программа с участием ростовых фигур, героев любимых детских мультфильмов. На улице Красной над своими шедеврами трудились юные художники. Самые разные и увлекательные занятия ребята находили на игровых станциях. Любители литературы угадывали героев из известных сказок. Рукодельники шили своими руками тряпичную куклу на станции «Творческая». Юные непоседы прыгали, бегали, играли в спортивные игры на станциях «Веселый старт», «Смелые и ловкие», «Солнечные зайчики». Те, кто любит петь или танцевать, нашли себе занятие по душе на станциях «Музыкальный калейдоскоп» и «Мир танца». Для всех ребят День защиты детей – это добрый и радостный праздник. 3 месяца лета – самое счастливое время. Можно быть уверенными, что славянские ребята проведут его с пользой и большим удовольствием. Лето – это детство, мы вспоминаем детство и постоянно резвимся. Лето – это море, игры, друзья и так далее. Вообще, я люблю лето за то, что можно с родителями отправиться в какие-нибудь поездки. Для меня лето – это лагерь, друзья, вот вечера теплые, можно дома посидеть спокойно. Ну, лето люблю, потому что не надо ходить в школу, можно спокойно вечером посидеть, поспать до обеда. И летом этим я собираюсь поехать в лагерь, а все остальное время проводить с друзьями. Лето – это теплая пора, когда мы можем выйти погулять, одевать шорты наконец-то, начинаются каникулы, и можно спокойно гулять с друзьями, веселиться, и можно гулять допоздна. Провожу я лето с друзьями, можно поехать на море, когда уже достаточно тепло, кататься на качелях, есть мороженое. Любимым детским угощением могли полакомиться все юные славянцы. На празднике по уже сложившейся традиции их бесплатно угощали мороженым. Завершился праздничный день только вечером. Для ребят была проведена танцевально-развлекательная программа «Зажигай лето». С Днем защиты детей юных славянцев поздравили лучшие творческие коллективы города. А после началась зажигательная дискотека. Первое июня – это лишь начало летних развлечений. Впереди у ребят 3 месяца интересного, активного, а главное – полезного для здоровья отдыха. Надежда Калинина, Александр Косицын, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».